Здорово всем, друзья, с вами Доуплей. На этот раз у нас Бравл Старс. Ребята, думаю, о ней рассказывать мне не стоит. И так все знают, что это за игра. И да, в планах еще попробовать еще в Роблокс поиграть. Тоже, опять-таки, сами знаете. Ну, все зависит от того, как наберет активность это видео. И исходя из этого, буду принимать решение вместе с вами, продолжать ли что-то подобное записывать и, в принципе, переходить на новую игру. Опять-таки, как новое. Это не новые игры, на самом деле, просто на моем канале это будет что-то новое. Приятного всем просмотра. Вот я только запустил игру, я в нее играл, но почему-то опять по новой меня вот сейчас скачал. И меня тупо просто обучивают, как вообще управлять, как играть и все остальное. Ну, посмотрим, как оно все будет, как оно все получится. В любом случае, думаю, лишним не будет. Так, это наши противники, якобы, да. Ну, мне кажется, что у нас все будет удачно. Так, да, надо копить эти выстрелы. У меня уже было из самых старых видео, так скажем. Из самых старых видео, так, а ну-ка. Есть, короче, игра, там были танчики, и там тупо слизана система, так скажем, сама игра слизана прям с Бравл Старсов. Но сам Бравл Старс у меня на канале еще не было. Так, ну что? А, короче, можно просто на центр нажимать, и он автоматически, короче, прицелится, а можно вручную. Понятно. Молодчина, атака врагов заряжает. Я не читаю, что они там говорят, так, в принципе, все ясно. Это у нас типа супер удар был, мы пробили стены и попали через стены, короче, по более крупному мобу. Ну все, вроде как обучение прошло. Так, а ну-ка. О, да, еще тогда я, видите, сразу ник стал. Я уже занимался ютубом, я в нее чуть-чуть поиграл, но так и не решился записывать. Было это очень давно. Так, загружаем, конечно же. Да, кстати, вот эта фирма есть, это Clash of Clans и Clash Royale, вот это вся одна фирма, которая создала эти легендарные игры, которые зашли очень многим. Ну, блин, ну, давай без этого, да, пожалуйста. Без приколов. Так, ок, да, важное сообщение, все принимаем. Вот у нас, короче, уже чудак есть какой-то. Я уже ни хрена, если честно, не помню, что тут. С возвращением, да, спасибо. Вот, еще пока тебя не было, новый боец у нас появился. Еще один боец. А, это улучшилось. Тил, нифига себе, тут даже и такое присутствует. Кстати, Clash of Clans у меня на канале есть. Кому интересно, можете прописать в поиск Devil Play Clash of Clans. И вроде как должно вам показать хоть одно видео по этой игре. Но я не так, конечно, много ее сыграл, но тем не менее. Так скажем, поностальгировал чуть-чуть. Так, я даже ничего не делал, мне сразу уже отправляют бой и, в принципе, с новым персонажем. Также сам за себя, ребята. Ну, давайте спробуем, что он может. Ага, нифига себе, сколько урона. Это что, я уже все? Уже одного, можно сказать, вынес к чертовой матери. А, блин, он меня сейчас тоже вынесет. Блять, какой же шустрый. Я думал, сейчас будут какие-то лошары одни. Так, я догнать его не могу. А ну, давайте этого завалим. Вроде бы это легендарный персонаж сейчас был. Сука. О, попал по нему. Нормально, уже двоих вынес. Осталось три бойца. На самом деле очень легко. Справился, но немножко тот уворотливый был. Но тем не менее, это ему не помогло. Так, блин, ну давай не без этих. Да ну, Wi-Fi этого не хватает, то того не хватает. Блин. Да ё-моё, ну пожалуйста, ну не страдай херню интернет. Я тебя очень прошу. Да, меня таким образом, конечно, спокойно сейчас завалят. Ну да, конечно. Давайте я подключусь. Блин, повторный ход. Давайте я просто в мобильный интернет. Он как-то получше работает. Я просто в дальней комнате сейчас сижу, записываю. От Wi-Fi, поэтому вот такая вот фигня получается. Так, купить ничего покупать не буду. Сейчас давайте еще раз попробую. Мне это как-то задело, если честно, я прям обидно. Тупо из-за интернета, короче, у меня
Так, а ну-ка, что можем сделать? А, ну тут, короче, можно пока забыть. Вроде свободное место есть для какой-то прокачки пассивки или навыка. Ну, скорее всего, пассивка была. Играть. Кажется, сам за себя, надеюсь, да, опять будет. Ну, вроде как этот интернет мне уже не должен подводить. Бой на выживание. Ладно, допустим. А, ну да, тоже, кажется, сам за себя. Так. Ну, оно не ломается, походу должно было... А, вот это ломаться должно, давайте. Пособираю, вроде как... Блять, меня выкинуло. Ладно, хрен с ним. Оп, давайте сразу двоих завалим. Блин, не попал. Нормально. А, да, я ж могу просто нажимать, он автоприцел же присутствует, я совсем забыл. Так, не знаю, очень медленный, конечно, персонаж. А, туда мы уже не сможем вернуться, чтобы пробить тот ящик. Да, сейчас в основном нубасы будут в игре, потому что почему? Ух ты, блин. Нормально так мне поклопцал. А ну кого угодно, сейчас страшно. Супер ударом я завалил сразу всех. Хороший персонаж, на самом деле, не знаю. То ли я так офигенно играю. Да что за херня? А, этот козел меня так подбивал, да? Так, последний боец остался. Давайте подхилимся. И будем торопиться. Опа, сейчас давайте его жахнем. Супер ударом. Просто добьем его. Все. Не обязательно прицеливаться. Так, что-то очень громко, да? Или мне так кажется? Мне нормально хоть слышно? Фиг с ним, пускай будет. Все, ты лучше всех. Мы лучше всех, ребята. Все, справились. Не сейчас, а потом. Так, вероятность повышения редкости. Редкий. Ну, блин, просто редкий выпал. Могло бы, типа, что-то получше. Да? Ну, ладно, хорошо. Фиг с ним, бойцы. Мы их можем улучшать, как я помню. Но у нас много чего не хватает, на самом деле, потому что я не играл в нее в то время. В принципе, особо не... Не сказать, что прям много играл. Ящиков больше нет, содержим... А, кстати, да, там новое же везде разлетело, что больше ящиков не будет. Тебе ящиков было получено автоматически забрать. Что я там получил? Розу получил. Не знаю, хорошо ли это или так себе. За разблокировка бойцов. А, погнали. Допустим, новый редкий боец. Начни разблокировку. Спросил, как ярко все выглядит, на самом деле. Ну, погнали. Так, блинги. За блинги можно покупать скины, значки, спреи и иконки профиля. Допустим. Хорош. Так, что у нас по бойцам? Здесь еще два, типа, пока. А. Разблокирую за 29 кристаллов. А у меня тут не хватает ничего, как всегда. Так, квесты новые. Так, подожди. Выиграй бой за Булл или Поко. Ну, так, типа, это Булл, да, у нас? Кстати, он как фиолетовый, кстати, считается, этот Фрэнк. И, может, поэтому так легко было сейчас всех разваливать. Давайте за вот этого, да, за Булла выбрать. А какие именно бои надо за него пройти? Давайте глянем. Или просто победить, неважно где. Блин, много всего, много кнопок, я теряюсь, я, блин, не могу разобраться, куда идти и что делать, на самом деле. Давайте пока каждый за себя, а там дальше посмотрим. Ну и как раз проверим, что тупо из-за персонажа было все так легко, или... Или просто, как бы сказать. Давай. Ну да, видимо, да, персонаж тоже там зарешал, видите, как все-таки... Опа, а, не попал. Давайте пособираем и вот эти плюхи. Это же прибавляет нам хп, это, типа, все у нас прибавляет. Блин, а? Попали тогда. Сука, а, прокачался, смотрите, как сильно. Да. Ой-ой-ой. А как он быстро так отхилился, вот мне очень интересно.
Давайте чуть придем в себя. Убегаем как раз таким же образом, так скажем, с помощью нашего, нашей суперсилы, суператаки. Так. Пусть мочат друг друга. Пусть мочат. Блин, жалко, конечно, что мы не прокачиваемся тем образом. Ну, из-за того, что мы, короче, убегаем, мы из-за этого, ну, понятное дело, что не прокачиваемся особо. Так, мы чуть не добили уже этого. Эту мелочь. Походу, как я скрывался от всех, особо не особо прокачан, вот, вижу. Ай, блядь. А куда ты побежал? Прямо на другого противника. Так, отхиливаемся. Не торопимся, не торопимся. Да, проще, конечно, было с тем Фрэнком биться. Опа, хорош. Все. Так, это походу турелька, да? Это не персонаж. Я понял. Отвали. А, все, мы победили. Тот, кажется, сейчас... Из-за того, что сужается, короче, территория, там уже. Да, да, сложнее, конечно, чем... Тем персонажем. Мне его подарили из-за того, что я вернулся в игру, и, наверное, мне... Не знаю, то ли мне повезло, то ли нет. Пишите в комментариях, ребята. Я думаю, что вы по-любому лучше меня в эту игру разбираетесь. Больше играли, чаще играли. Так, давайте пособираем это батл-пассовские награды. Так, новости. Новости потом. Так, как поменять режим боя? Вот мне это интересно сейчас бы понять. Клуб, команда, друзья. Делплей, бойцы, новости. Квесты. А ну, может быть, вот так надо? Обновление. Нокаут, пылающий феникс. И что? Ну, что? Хотя, а есть какое-то объяснение, что это за дело? Brawl Ball, а это типа футбольный вариант боя, нокаут, столкновение, полет фантазии. Давайте в нокаут пойдем, посмотрим, что это такое. Ага, трое против троих, короче, командный бой, как минимум. Это мы уже с вами поняли. Так, идем по своему пути. Путь самурая. Он одинок. Опа. Я уже этого завалил. Так, опа. Отлично. Двоих завалил? Нифига себе. Вот это я умею. Или это был не я? Капец, конечно, у меня крутой персонаж. Все разваливает на пути. Хорошо ли это или плохо? Опа. Всё, добил я. Ага. Повторный показ даже. Неплохо. тысяч урона я уже единиц. 50 тысяч урона, короче, я уже нанес, блин, и получил за это что-то. Непонятно что, короче. Так, ну еще раз давайте, да давайте уже выполним этот квест один, три раза победить. В принципе, ай, блин, надо было посмотреть другой режим. Ну, мне кажется, первый режим это тот самый, где каждый сам за себя. Это то событие, так скажем. А что тут? Походу у нас кто-то на АФК, да? Кто-то нас сильно подводит. Что я жесткий, да? Или мне так кажется, блин? Но я уже завалил одного точно. Давай, давай. Опа. Я его опередил. Он не успел меня убить. Ничего себе. Мы в двух, короче, за... А, уже в трех. Но мне кажется, прошлый бой первый вообще не участвовал. Вот этот, как его там. Асана вот этот. Ух ты, мы втроем прям улетели на одного. Нормальный так. Командный бой у нас сейчас идет. Трое на одного, то двое на одного налетаем. Ну и последнего, собственно, я тоже завалил. Не знаю, легковато очень сильно.
Опять-таки, потому что у меня, наверное, ранг еще низкий. Знаешь, что у меня, в принципе, всего лишь третий ранг. Мы просто тупо всех разваливаем. Так, повышение редкости. Ну, ни хрена ничего не повысилось. Так, 9 каких-то золотых монет. Ну и давайте на это будем серию заканчивать. Ну, блин, так скажем, коротенький видос я решил записать, поиграть, посмотреть на вашу реакцию, посмотреть на вашу активность. Ну а там дальше уже как вы захотите, понятное дело. Играть я умею, как вы видите, вроде бы справляюсь. Ну, блин, сяду, значит, если вижу, что у вас есть хорошая активность на данную игру, то, соответственно, посижу еще, поразбираюсь, что где находится, что для чего и так далее и тому подобное. Вплоть до того, что даже и гайды посмотрю. Спасибо, что смотрели до конца, прожимайте лайки, оставляйте свои комментарии по поводу этой игры и вообще в принципе. Пишите, ну, короче, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, прожимайте на колокольчик, на все уведомления. Также можете делиться с друзьями, не забывайте про наш канал, всем удачи, до следующего, всем пока.